Всем привет! И всем привет! И сегодня я в своем отеле, вы только посмотрите. Элизабет, ты... Ай! Что это такое? Ой, ой, камера, да? Прости, Элизабет. Ничего страшного. И всем привет. И это моя подруга из Египта. Ее зовут Клео Даниил. Да, я Клео Даниил. Я императрица Египта. Наследница трона. Давай без комментариев. Видео-то про меня. Ну, можно сказать, я ее помощница. Я ей буду показывать, что и как в моем родном доме. Ну да, и мы прогуляемся по Египту попозже. Давайте посмотрим, какой номер я сняла. Кстати, она тоже сняла. Да, у нас двухэтажная кровать. Посмотрите, какая красивая. Я буду на кого вы хотите? Напишите в комментариях. Ой, простите, моя рука. Напишите мне в комментариях, на какой кровати, на каком этаже мне лучше спать, на первом или на втором. Ну, я пока что на первом посплю. И я не прочь на втором. Так, ну, вообще, мы приехали, а можно сказать, в Египет. И первым делом, что я сделаю, я вообще разберу свои вещи. Да. Шкафчика я тут не нашла. Честно говоря, у них тут, наверное, шкафа и нет. Но я куда-нибудь положу свои вещи. Секундочку, подождите, я скоро приду. Приветики. Так, а ребяточки, смотрите, я уже переоделась и готова идти сниматься. Вы, наверное, видели мой процесс, как я там все это ложила, убирала. Теперь мы с Клео идем гулять. Но перед этим я хочу вам показать, что как я положила. О, чемодан я решила не разбирать, если что, просто туда залезу. Зайдешь? Залезу я в чемодан. Угу. Так, я сейчас ей покажу прекрасную оранжерею, там, где растет самый редкий цветок. Пойдем, пошли. Вау, какое красивое дерево. Да, это дерево называется пустынная колючка. Какая-то странная, она колючая хотя бы. Ой, да, колючая, очень. Да, колючее растение. Эй, посмотрите, там Элизабет, 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 Элизабет! Подожди нас. Элизабет, Элизабет, можно автограф? Можно у вас автограф? Пожалуйста, умоляем, умоляем, дайте нам автограф. Автограф, автограф. А ну-ка отойдите живо, она не хочет автографа давать. Элизабет, Элизабет, ну как же так, Элизабет? Элизабет, дайте нам автограф, хотя бы по одному. Ты не ушиблась? Давай, поднимайся. Да как бы нет. Ой, давайте помогу. Вставай. Ой, аккуратно. Так, а теперь бежим. Ай! Элизабет, Элизабет! Потом полюбуемся на цветочек. Бежим, бежим, бежим.
Продолжение следует. Поставьте лайк, если хотите узнать, что будет дальше.